Так, почистил здесь. Теперь беру лактайт в шприце и по периметру вот здесь вот положу его на шлиц. Вот. Поправлю, отсюда уберу. А вот здесь его как бы в шлицевую немножко вдавлю. Для чего я это делаю? Я поставлю, когда фланец навал, он в этом месте будет герметичный. Иногда бывает, он подтекает в этом месте. И также смажу посадку медной смазкой. Баллон кончается. И смажу резьбу. Все. Иду, ставлю фланец. Вал я отметил, и фланец у меня помеченный. Метки его и ставлю. А, ну пока мне здесь удобно, я, наверное, сразу возьму еще герметик положу. Красный резьбовой герметик Абра. Две капельки капну. Вот он растекается. Все, вон моя метка. А вот закручивать я уже буду руками. 150 ньютонометров. Масла нету, фрикционы не зажаты, фланец стал прокручиваться. Поставил на 150 ньютонометров, приобрел вот такой вот ключ. Сейчас попробуем, как он здесь себя зарекомендует. Поможет он, не поможет в этом месте. Не получается. Ладно, возьму другой ременный ключ. Вот такой вот. Накидываю. Так, и пробую.
150 ньютонометров я затянул великолепно. Ну что, ставлю кардан. Вот у меня метка. Я ее ставлю, прокручиваю, где она у меня была. Вот в этом месте. Чтоб передняя часть кардана, чтобы у меня тоже встала нормально. Так, убираю немножко в сторону камеру. Спереди я кардан наживил. Ну и все, сзади я тоже кардан наживил. Теперь остальные болты наживляю и затягиваю. Кардан я затянул. Так, опущу. Здесь получается подвесной я прикрутил, планку прикрутил и фланец. Передний я тоже прикрутил, смазал медной смазкой глушитель и сейчас его накину. Вот и все. Давай еще немножко вперед. Все, здесь у меня по старому следу. И подвешиваю резинки. Отключилась камера, пока цеплял. Смазал силиконом. Или свободно одел. Убираю. И затягиваю хомут глушителя. Глушитель висел, масло с муфты накапало, протру его. А теперь у нас остается смыть подтеки. Хотя подтеки я смою попозже. Сейчас заливаю масло. Масло я буду оригинально использовать Land Rover
Номер его идет LR054941. Фасовка идет 300-граммовая. Он сделан для пистолета. А у меня такого пистолета нету. Хотя сейчас посмотрю, может что-то придумаю. Нашел обычный монтажный шприц. Попробую им. Посмотрим, что получится. Ну, получается. Надо шланг одеть на него. Ну, 300 грамм влил. Ну, конечно, намудрили со шприцами. Беру второй шприц. Ну, и также добавляю со второго шприца. Ну, со второго шприца я добавлю до полного и закручу пробочку. Все, побежало масло. Пока ничего не мою, не протираю, запускаю двигатель, чтобы у меня насос накачал муфту масла. И тогда мы опять открываем и доливаем до полной. Теперь опять открываю пробочку. И доливаю масло. Масло побежало. А вот сейчас мне нужно откачать 70 грамм масла. Вот если посмотреть на пальцы, уровень полный. Теперь одеваю обычный шприц и откачиваю 70 грамм масла. Семьдесят не стал, 50 грамм откачал, проверяю.
Все, на 3 миллиметра ниже заливной пробки. Закручиваю на место пробочку. Затягиваю ее. И смываю подтеки очистителем карбюратора. И точно так же снимаю подтеки вот здесь, где. Все. Выезжаем, пробуем, катаемся. На все про все у меня ушло 600 грамм масла, 2 тубы. Ну, конечно, придумать масло в сантехнических тубах, че только не придумаю. Ну и раз сделаем, сразу заменю масло в редукторе. Сливаю масло. Также откачиваю масло. Вот здесь экспресс-замена. Шикарная штука. Не надо мучиться. Раз взял, откачал. Еще по низу поерзал. Собрал. По максимуму. Состояние масла тоже должно быть хорошее. Также его меняли 50 тысяч километров назад. Включаю вакуум и вставляю трубку. Наверное, отсюда ее лучше заведу. Все, масло пошло. Пускай выкачивает. Масло чистенькое, видно. Масло откачал. Беру новое масло. Castrol Axtel EPX8090. Номер для заказа LR20031-56. Это в оригинале оно идет под этим номером. И заливаем. Масло побежало. Откачиваю буквально грамм 70, ну, в данном случае кубиков 70 масла.
откачал 70 грамм и теперь закручиваю пробку. Смываю подтеки. И на этом все. Профилактику муфты Халдекс я сделал, а также попутно заменил масло в заднем редукторе. Всего вам доброго!